Территория машин. Спонсор ООО «Смазочные продукты ЛМ». Ценности определяют выбор, поэтому к качеству продукции мы предъявляем самые высокие требования. Выбирая Liqui-Moly, вы выбираете настоящее немецкое качество, надежность и уверенность. Liqui-Moly – это моторные масла, автохимия и автокосметика для тех, кто ценит самое лучшее. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о дорожном ястребе и самом маленьком «Вольво». Компания Jeep рассекретила наконец-то свой новый автомобиль. По стечению обстоятельств, это еще и самый мощный серийный внедорожник в мире. Называется он Grand Cherokee Trackhawk, ястреб трасс по-нашему. Ястреб этот укомплектован новыми аэродинамическими элементами, включая спойлер на крыше. Патрубков выхлопной системы здесь аж целых 4. Колеса 20-дюймовые, в общем, все атрибуты спорткара в наличии. Но главный атрибут здесь под капотом. На Trackhawk устанавливается мотор объемом 6,2 литра, мощностью 707 лошадиных сил и крутящим моментом 880 ньютонов. Такой же двигатель устанавливается на Dodge Charger SRT, а это, на минутку, один из самых быстрых автомобилей в мире. Ну так вот, Grand Cherokee с такой матчастью может разогнаться до 300 км в час, а первую сотню набирает за 3,5 секунды. Представляете, внедорожник с динамикой суперкара. Кроме самой мощной версии, может появиться и более доступная, с мотором мощностью 475 лошадиных сил. Та должна быть чуть помедленнее. До 100 разгон будет около 4 секунд, а максимальная скорость составит 275 км в час. К нам, скорее всего, попадет новая модель Volvo, учитывая, что она будет, ну, очень доступной по цене. Машина называется Volvo Rider и выполнена в новой стилистике марки с передними фарами молот Тора и светодиодными задними фонарями. Автомобиль рассчитан на одного пассажира, он же и водитель, в возрасте от 1 до 3 лет и приводится в движение педалями, как наш знаменитый «Москвич». Машинку уже можно заказать в Европе и США по цене около $180. В 1935 году на Горьковском автозаводе был выпущен первый детский автомобиль в СССР, оснащенный полноценным двигателем. Одноцилиндровый мотор позволял машине достигать скорости аж 25 км в час. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. Спонсор ООО «Смазочные продукты ЛМ». Ценности определяют выбор, поэтому к качеству продукции мы предъявляем самые высокие требования. Выбирая Liqui-Moly, вы выбираете настоящее немецкое качество, надежность и уверенность. Liqui-Moly – это моторные масла, автохимия и автокосметика для тех, кто ценит самое лучшее. «Территория машин».